всем привет! И вы на канале Цветочный колорит. Сегодня 5 марта, и я вас приглашаю к себе в гости с вашими девчонками-гортензиями. Кто еще не покушал азотику, добро пожаловать за мой обеденный стол. Что сегодня у нас в меню? Сегодня в меню у нас вот такая будет сейчас баковая смесь, состоящая из трех продуктов. Те продукты, которые наша гортензия очень любит именно после зимы. Нам надо воспрять духом, нам надо нарастить хорошую зеленую массу и обязательно радовать хозяйку, ну а потом, естественно, и размножаться. Значит, что мы будем добавлять сейчас, какие ингредиенты в мою кастрюльку вот эту? В виде ведра. У нас же все-таки обед. Значит, это янтарная кислота номер один. Отличнейший стимулятор для корневой системы. Это только огромнейший плюс для корешков. Значит, добавляем сюда 4 грамма. Это у меня будет чайная ложка, не полная. Повторяюсь, растворяю всегда в горячей воде, так как янтарная кислота очень долго у вас будет растворяться в холодной. Следующий ингредиент. Гумат калия. Ну как же без винца? Обед и без стаканчика винца. Ну, они же девочки. Ну, тоже хочется немного расслабиться, да, после зимы. Все-таки весна. 50 грамм нам не помешает. Выливаем ведро. Кастрюлю, точнее. И третий ингредиент, конечно же, мочевина. Наш самый главный деликатес. Вот в этом всем блюде. Мочевины добавляю столовую ложку. Все на 10 литров воды. Янтарная кислота тем временем продолжает растворяться. Два дня назад я пролила свои гортензии. Удобрять я буду, конечно же, на влажный ком земли. Почему два дня назад? Потому что если б я вчера еще пролила, ну и сегодня опять же удобрение, это уже было бы у нас, знаете, болото. Я это не люблю, поэтому два дня назад я их пролила. И то без фанатизма. А сейчас мы будем устраивать пир. Янтарную кислоту надо растворить до полного растворения кристаллов, чтобы вода была прозрачная. Итак, янтарная кислота готова. Выливаем ее в нашу кастрюлю. Берем нашу волшебную палочку и тщательно все перемешиваем. В прошлом видео я вам показывала 3 раза вправо, 3 раза влево. Сейчас мы делаем 5 раз вправо, 5 раз влево. Это обязательно. Тогда наше блюдо будет намного вкуснее. Намного вкуснее. Это мне так девочки по секрету сказали. Гортензии я имела в виду. Мои девчонки. Ну, друзья, вот наше блюдо и готово. Хочу внести маленькое уточнение. Кормить буду только свои саженцы. Ни в коем случае не полуфабрикаты. Только мои, которые выходят зимы. Вот такие вот. Это именно все мои саженцы. Чтобы вы не попутали с полуфабрикатами. В полуфабрикатах там своей еды достаточно пока на первое время. Вот. Проливаю наш вкусненький обед без фанатизма. По чуть-чуть. Вот так. Не создаем болото. Все в меру. Ну вот и все, друзья. Я продолжаю кормить своих девчонок. Вы кормите своих. Если будут какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, под видео в комментариях.
так как у меня WhatsApp сейчас просто красный, и, честно сказать, я не успеваю в WhatsApp отвечать. Это моя личная страница, и есть у меня какое-то свое личное время. Поэтому все вопросы, какие вас интересуют, по кормежке, посолить, поперчить, подлить, какой грунтик, пишите, пожалуйста, в видео. Под видео в комментариях. Я всем всегда отвечаю постоянно и очень оперативно. Жду ваших вопросов. На этом я прощаюсь. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.